Анна Слышкина, телеканал РЕН-ТВ. Как вы можете прокомментировать, что США рассекретили доклад о пытках в ЦРУ? И ожесточатся ли санкции против России? Вы знаете, мы только сегодня разместили такой подробный комментарий нашего уполномоченного по правам человека, господина Долгова, где очень четко обозначили степень нашего отношения к появившимся фактам. Поэтому предлагаю вам еще раз ознакомиться, тем более он говорил это и на камеры, готов сделать отдельный комментарий для вашей телекомпании. То, что засекретили, ну, совершенно понятно, что, видимо, даже тот объем материала, который получил общественный доступ, показывает размер и степень жестокости тех мер, которые применялись к заключенным. Я знаю, что очень многие общественные организации, не только в Америке, но и в других странах, включая и действующих политиков, активно высказываются сейчас за то, чтобы придать гласности полный текст этого документа, равно как и привлечь к ответственности тех исполнителей этих жестокостей, а также тех, кто давал такие распоряжения, к ответственности, причем в международно-правовом плане. Ну, наше отношение к тому, что засекретили, тут скорее нужно, тут, по-моему, очень все понятно, и долгие дебаты. Ну, во-первых, документ готовился очень давно, и, в принципе, был готов некоторое время назад, так мягко скажем. Поэтому появление вот этих фактов, оно еще раз свидетельствует о том, что это демократическая страна, которая считает себя эталоном демократического устройства и демократических норм, и активно распространяет свою исключительность по миру, еще раз показало, что никто не совершенен, и подобные чудовищные преступления, конечно, далеки от того, чтобы считать государственное устройство и те нормы, которые там действуют в области прав человека, идеальными. Спасибо.